Послание президента широко обсуждают не только экономисты, но и представители творческих кругов. В Казахском академическом оркестре народных инструментов имени Курмангазы развернулась дискуссия вокруг механизмов реализации задач, поставленных главой государства. По мнению музыкантов, развитие искусства и других сфер напрямую зависит от развития экономики. Даже если семья, в семье, допустим, я своих детей или же свою семью, я как-то хочу все время модернизировать, сделать как-то краше, обучать своих детей по новым методикам. То же самое здесь в оркестре у нас идет модернизация в всяком плане. Допустим, приобретение всяких новых технологий, новшеств, обучение, допустим, в оркестре взять какие-нибудь ноты, допустим, да, писать новые партитуры. Это все является модернизацией.